Дамы и господа, встречайте, день рождения... Внимание! Факультет компьютерного проектирования празднует свой день рождения! Это еще что такое? Внимание! Кто пустил этого парня? Внимание! А ну-ка немедленно выведите его отсюда! Это не тот дебют! Выведите! Прошу прощения. Итак, дамы и господа, факультету компьютерного проектирования 43. Встречайте, ведущие праздничного концерта Ангелина Капитанчук и Иван Чеботарь. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в этом зале. Сегодня мы отмечаем самый любимый праздник всех студентов, преподавателей и сотрудников факультета компьютерного проектирования. Постой, но ведь сессия заканчивается только через 3 месяца. День рождения ФКП! Я поняла. Это тот самый праздник, который объединяет всех ФКПшников, независимо от курса, должности или академических заслуг. И мы с радостью за оказанную честь от лица всех студентов поздравляем наш дорогой факультет и всех, без кого бы ФКП было бы просто невозможно представить, сотрудников и преподавателей. С днем рождения! Сегодня именно этому человеку приходится в хорошем смысле выдерживать тонны поздравлений, ведь он главный человек на факультете. Как вы догадались, речь идет о нашем декане. Встречайте, декан факультета компьютерного проектирования Лихачевский Дмитрий Викторович. Привет всем! Рад, что сегодня в этом зале очень много гостей. Как говорится, мы празднуем свой очередной день рождения. В то же самое время, как, с чем подходить к дню рождения, к празднованию очередного дня рождения? Кто скажет? С подарками? Подарки мы ждем от вас. А здесь мы говорим о том, что за весь предыдущий период, за 43 года ФКП намного вырос. На сегодняшний день на ФКП обучается больше 1400 студентов. В этом году был уникальный набор. Второй курс есть? А теперь второй курс вспоминаем. Медицинская электроника и программно-управляемые электронно-оптические системы. Сколько групп было? По одной. В этом году медицинская электроника, программно-управляемые электронно-оптические системы набрано по 2 группы. Вместо плана приема 315 человек на первый курс, мы приняли на первый курс уже 340 человек. Факультету есть куда расти, есть новые партнеры, которые появляются, с которыми мы работаем, с которыми приглашаем вас работать. Поэтому вам успехов, как КПшникам, нам терпения в вашем обучении. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Приглашаем вас занять место в зрительном зале. И самое время начать наш праздничный концерт. Первыми на празднике выступят наши друзья. Театр танца «Отражение» с номером «Первое свидание». Художественный руководитель Антонина Рудковская. Встречаем! Сады и зорки тихо назирают. Глядишь мне и подых теплыни вабить нас.
косими очей. Ти бачиш у світі тільки ми, і нас одних нема на світі. А чуєш у гаді вишині, як нас тобою, як у довіті. Послухай твое сердце, не перешкачай, щиро отчувать, як оно імкливо б'ється. Ти помніш в обнимках тишини, я не у космос притуляла. Спитаєш, чи гэта назавжди? Отказ мой потиркам споткала. Обними меня, крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Не перешкачай, широ отчувать, як оно и криво бьется. Обними меня, обдими меня, обдими меня, обдими меня, обдими меня, обдими меня, обдими меня, обдими. Ангелина, а что для тебя значит день рождения? Ох, знаешь, Ваня, это шарики, поздравления, ну и, конечно же, новые фоточки в Инстаграме. Ну куда же без фоточек? Ты ничего не понимаешь. Это такой ответственный день, здесь все должно быть красиво. Слушай, а знаешь, кто лучше всего понимает, что такое красиво? Моя маникюрщица? Что? Нет. Валерий Меладзе, конечно. Сейчас в исполнении Анастасии Сидоркиной и Вероники Лютак прозвучит песня Валерия Меладзе «Красиво». Встречаем бурными аплодисментами. Красиво!
Спасибо, с праздником! Знаешь, Ваня, а я ведь за все подколы обиды на тебя не держу. Приятно это слышать. В такой день не к лицу быть грустной. Да, день рождения — это совершенно особенное время. Подарки, поздравления. И своим подарком нас спешит удивить факультет телекоммуникаций. Встречаем! Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. It's a nice day, baby, take your top off, come to the right bay. I know what your friends say, but they don't know you're a pill. Just give me one day, I'll teach them girls how to cause it's 420, 24-7, where I'm at, hun. Cruising down Sunset, lighting up a fat one. Let's make love, I never wanna fight. Baby, we got a shot, we should get it right. Get it right all night. From the dark to the light, from the back to the middle to the front. Get high, light it up, raise that cup. После такого кача даже на сцену выходить приятней. Тем более, что следующий номер вдвойне особенный. И чем же он такой особенный? Ну смотри, парень симпатичный, с гитарой еще и поет. Можно его объявлю я? Валяй. Ну что, девочки, вы готовы? На сцене вице-мистер БГУИР 2016, обладатель приза зрительских симпатий по версии Lady to Dubai, Артем Кабишов с песней группы Luminers. Встречаем! Бурными аплодисментами поддерживаем! That's a lonely road, full of tired men. You could see it in their faces, and I don't wanna go, but it's time to leave. Beyond my mind, my destiny. And I won't fly
senior mind. But I saw the picture, you're looking fine. So when you hear my voice, you could say my name. Beyond my mind, my destiny. And I won't fly away. I love you just the same. I couldn't know what is in your mind. I saw the picture, you're looking fine. Спасибо, с праздником! Ангелина, а что ты думаешь по поводу концертов вживую? Знаешь, вообще я обожаю бывать на всяких концертах, но только на бесплатных. Понимаю тебя как студент-студента, но знаешь, сегодня особенный праздник, поэтому живую музыку можно сегодня слушать абсолютно бесплатно, а что самое главное, прямо здесь. Супер, давай тогда объявлять. На сцене группа No Name. Встречаем. Привет. Так. Так. О, прям как на студвесне. Добрый вечер всем. Мы группа No Name. В этот светлый, яркий праздник мы хотим вас поздравить с песней, которую вы все прекрасно знаете. Подпевайте, танцуйте, веселитесь. Питання, де моя родима, де моя айчина, хто мене чекає, зімбала пілігрима, у тихім океані пливуть мої долоні, на Марсі має очі, а вусни на болоті, у комара в полоні. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батькам лєшний шлях. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батькам лєшний шлях. Танцюють мої ноги на межі Алтая, а серце у бабовні на галіні берози спіць відпочиває. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька млечний шлях. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька млечний шлях. Заспявала учора, дужка Феникс прилятай, своїх діток позбирай. Святкує народ, хлопці, дівки в карагод. Бараніти Божа, шальона гася рожу. Зорочки, ось моє матулі у золотий.
Спасибо вам большое. До встречи в следующий раз. Пока. Как будто побывала на настоящем концерте. Думаю, в таком случае настало время немного отдохнуть. Что ты имеешь в виду? Имею в виду немного посмеяться. Я поняла. Настало время поздравлений от самой остроумной части нашей творческой команды – КВНщиков. Кстати, они обещали какой-то сюрприз. Встречайте аплодисментами. На сцене команда КВН факультета компьютерного проектирования. Привет, Багуир! Спустя год мы снова собрались здесь, чтобы поздравить любимый факультет с днем рождения, но уже немного в другом составе. Итак, это Никита. Никита — наша тяжелая артиллерия. Ученик года, мистер Березино. Так, кто сказал мистер? Андрюк, а ты чего тут делаешь? Ты же фре. Вообще-то я пришел поздравить ФКП с днем рождения. И как же? Ребят, заносите! Вы что, издеваетесь? А, не, ну окей, тогда с днем рождения ФКП можно. Фре, вы умеете удивлять. Я надеюсь, что это все, что вы на сегодня подготовили. У нас еще и песня есть, Андрей. Я никогда не бывал на ней, на лабе 8 утра в четверг. Мне говорили там бы ЖЧ, и я решил то, что сон важней. Но вот однажды я понял то, что уже завтра экзамен тот. Я захожу, и глаза в слезах, мне говорят привет. Привет, Андрей. Привет, Андрей. А почему так мало девушек? У ФКП вроде никогда не было таких проблем. Кто-то сказал мало девушек. Всем привет, мы Ев, посмотри на нас. Все мы здесь собрались, чтобы побеждать. Ев, а вы-то чего сюда пришли? Ну, мы тоже хотим поздравить факультет компьютерного проектирования с днем рождения. По этому поводу песня. На физру легкой поступью я с улыбкою иду. Легкой атлетикой я занимаюсь. Мне сказали там классно, но прошло полсеместра занятий. И тут я узнаю, в минус 10 в шортах и майке. Я просто то прыгаю, то стаю, то прыгаю, то стаю. Ну что ж, больше факультетов, насыщеннее поздравления. Поехали! Ну что ж, а мы начинаем. На нашем факультете нет проблем с девушками, поэтому такая ситуация может случиться у каждого. Смотрим. Да я вам уже в который раз говорю, я толстая! Слышите? Жирная! Девушка, а я вам в который раз повторяю, что это не телефон горячей линии, это МЧС. Алло, это МЧС? Да, МЧС слушает. У меня тут такая проблемка. Девушка в лифте застряла. Да потому что я жирная! Каждая профессия становится только лучше, если в нее добавить немножечко творчества. Представьте обычный осмотр у необычного врача. Доктор, если у меня что-то серьезное, так и скажите.
Болонский процесс принес в Беларусь очень много вещей, но не все из них одинаково хороши. Представьте, преподаватель университета культуры и искусств пришел на ФКП. Ну что, ребята, устали? Ну, я понимаю, полиморфизм — это всегда тяжело. Ну, вы, короче, 5 минут отдохните, и мы наследование разберем. После последней студвесны ФКП данная миниатюра выглядит еще более актуальнее. Представьте, случай в морге. Она умирает! Она умирает! Скорее, вкалите 10 кубиков! Вот этого, как его называется, забыла! Адреналина! Пожалуйста, сделайте ей открытый массаж! Закрытый можно сердце тоже! Пожалуйста. Девушка, вы долго у нас в морге будете свою постановку репетировать? Ну, у меня экзамен завтра. Ну, последний раз. Пожалуйста, один раз еще. Каждая профессия оставляет на человеке свой неизгладимый след. Поэтому представьте, на кухне у сторожа. Вась! Что? У меня соль закончилась. Наклони кастрюлю. Спасибо. Все мы знаем, что в женской сумочке очень много вещей. Но представьте, что впервые все эти вещи реально пригодились. Представьте, когда охотник совсем чуть-чуть идиот. Ну, мы сегодня точно что-нибудь поймаем. О, смотри, утка! О, смотри, собака! А сейчас минутка визуального юмора. Представьте, дальнобойщик, у которого нет лобового стекла. А у нас случай в милицейском участке. Так, девушка, вы точно помните лицо убийцы? Да, помню, вроде бы, да. Хорошо, вот программа для доставления фоторобота вы составите? Ну я же не умею в этом работать. Тогда попробуем так. А следующий мне... Андрей, слушай, ну сейчас такое... Короче, иду по пешеходному переходу, а там, ну, такая няшка сидит. Ну, конечно, грустно, но все же, подожди, он такой сидит. Ну, я его взяла, погладила, ну, короче, вот. Вика, ты кого домой привела? Ну. Что он умеет делать хотя бы? Ну. Ну что ж, а у нас случай на фронте. Командир, брось меня, брось! Ну я не могу уже! Да бросай меня! Ладно. Бросай! Ой, классно! А теперь неси! Как вы знаете, совсем недавно на вокзалах сделали специальные площадки для курения. Наша команда пошла дальше и придумала площадки для всех тех вещей, которые реально бесят. Смотрите. Кто мне там звонит? Алло, да, купи мне ихние торты. Ложу. Подожди, я тебе перезвоню. Так, стой пока здесь. А ты еще кто такой? Не, это уже и для нас перебор. А своим выступлением мы бы хотели поздравить всех студентов любимого факультета с днем рождения. Дорогой ФКП, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам успехов и счастья. Инженерно-экономический факультет присоединяется ко всем поздравлениям, а также желает никогда не бояться выражать свои чувства.
С вами была команда КВН ФКП. Фре и Эв. С днем рождения! Почему не могу избавиться от мыслей о тебе? Почему мне так понравилось, ударила любовь по голове? Но почему не могу расслабиться и просто танцевать? Почему так получается? Я так хочу, люблю тебе сказать. Наверное, потому что все это мои чувства одновременно радостно. И почему-то грустно. Наверное, потому что все это мои чувства одновременно радостно. И почему-то грустно. Спасибо! Ангелина, видел за кулисами толпу людей в одинаковой одежде. У нас что, ввели униформу? Думаю, это подоспела наша команда танцоров. Тогда давай скорее их объявлять. Чувствую, что от их энергетики кулисы скоро загорятся. Встречайте, на сцене танцевальный коллектив ФКП «Don't touch the crazy beer». I'm froze up in my stove up, cause he eatin' like this is dinner. Run shit, I don't fall back, cause I'm on track, I'm a sprinter. I'm bossed up, I got him outstruck, it's not a toss up, I'm the winner. Beep, beep, bitch move, for I bang, bang with that ooze. That's Mew Mew on my shoes, ain't got a thing left for me to prove. It's that bottle service all night, it's that poppin' early just right. Right on, we get freaky if you want. Bitch, I'm a downer. Ангелина, а какой может быть день рождения без праздничного торта? Да-да, непорядок, подожди. Да, одну секундочку. Мне только что сообщили, что торт уже готов к выходу. Отлично, тогда я с радостью приглашаю декана факультета компьютерного проектирования Лихачевского Дмитрия Викторовича. Громче встречаем, да, хорошо. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
birthday to you. Happy birthday, ooh. Happy birthday to you. И на этой радостной ноте наш концерт подходит к концу. Но мы не прощаемся. Сегодня в клубе Next в 23:00 вечеринка в честь дня рождения ФКП. Всю информацию можно получить у Культорга или в нашей группе. А с вами были Ангелина и Ваня. До новых встреч!